Снайдер. Подача. Мяч остается в игре. Удар. Гол! Тьяго Мотта. Тьяго Мотта ознаменовал свое возвращение на футбольное поле забитым мячом. 4-2. 4-2. И, пожалуй, вот сейчас болельщики Интера могут более-менее успокоиться. В том числе и главный тренер Рафаэль Бенитес. Так ярко приветствует Мотта. Аж пять раз его фамилия прозвучала на Сан-Сиро. Ну и, конечно, все сделал классно. А Мотта пробил под перекладину с лету. Но я отмечу здесь изначально ошибку обороны Пармы, в частности, голкипера в большей степени Антонио Миранта.